Просыпайся. Новый день начинается. Красота и счастье окружают тебя. Вперед! Твоя судьба тебя зовет. Раздели радость с друзьями. Тебя ждут удивительные приключения. Дыхание природы поможет тебе во всем. Жизнь преподносит тебе уроки. Уроки, которые надо выучить, чтобы преодолевать трудности. Keep your courage inside. Then sure as the sun and the stars up above, you will discover love. Книга джунглей. Маугли идет в деревню. Это Мишуа! Маугли, подожди! Сказала Маугли, значит, он где-то рядом. Тогда я с вами обоими и покончу. Подожди, я спасу тебя! Даже не пытайся. Драться бесполезно. У тебя судьба стать моей жертвой вместе с Маугли. Шерхан, стой! Маугли! Не мешай господину Шерхану! Уйди с дороги! Мишуа! Да, это Мишуа, моя жертва. Шерхан, я не позволю тебе дотронуться до нее. Ты до сих пор ребенок, а говоришь, как взрослый. На этот раз я тебя съем. Я не знаю, зачем ты здесь, но тебе не повезло, что я тебя встретил. Сегодня вы оба умрете. Мишуа, беги! Быстрее! Ладно! Шерхан! Табаки, за ними! Бежим скорее, Мишуа! Табаки, я сказал! Вперед, за ними! Что за идиот? Туда, быстрее! Аккуратно. Я боюсь. Я с тобой. Иди. Аккуратно. Никуда не денешься, Маугли. Ну что, табаки?
что, собираешься прыгать вместе с этой девчонкой? Вы никуда от меня не денетесь, мой ужин. Стой здесь! Что, не нравится? Ужин сопротивляется? Ах ты, мерзавец! Ну ничего, малявка, я тебя убью. Я тебя обязательно убью. Пока не вернутся Шерхан и Маугли, я прошу тебя, оставайся на месте. Ничего, мне не больно, не переживай. Дедушка! Мишуа, ты в порядке? Старик, а ну уходи отсюда! Дедушка! Мишуа, как ты? Ты не ранена? Что с Маугли? Что с ним? Куда он делся? Дедушка, за Маугли погнался тигр. Дедушка, пожалуйста, спаси Маугли. Маугли хотел спасти меня от тигра. Успокойся, Мишуа, успокойся. Ах ты, лысая лягушка! А ну спускайся вниз! Если тебе не нравится, поднимайся наверх! Ну что, будешь дальше? Ой, больно! Ну что, получил, лягушонок? Я съем тебя с большим удовольствием. Нет! Да! Дедушка, туда! Бежим скорее! Иди сюда, иди! Отсюда ты можешь уйти, только прыгнув вниз, лягушонок. Я не дам тебе уйти, и не надейся. Дедушка, кто-то упал с обрыва. Не может быть. Ничего не болит? Что с тобой? А все благодаря дереву. Везунчик вышел после того, как упал с обрыва. Не подходи! Маугли! Опять пришли какие-то люди.
Не подходи! Ну что, этот какой-то старый. Он должно быть невкусный. Но, похоже, мне его придется съесть. Дедушка! Шерхан! Я убью тебя! Я это запомню и обязательно тебе за это отомщу. Маугли, смотри, что с дедушкой, дедушка? Ничего, ничего, не волнуйтесь. Дедушка! Дедушка, держись, мы скоро будем дома. Итак, он сегодня опять ушел. Да. Куда он ходит? Зачем? Ты же видел Маугли вчера, да? Ты его не спросил? Я его спросил, но он строго попросил оставить его в покое. Как он сказал, он отлично проводит время. Отлично? Как? Как-как? А я-то откуда знаю? Если б знал, не волновался бы. Может, он встречается с людьми? С людьми? А зачем? Что-то мне подсказывает. Это же стало повторяться на следующий день, как он принес мне лекарство, да? С того дня он стал уходить. Да, с того. Я слышала от Маугли, что он встретил доброго человека в лесу, где растет лечебная трава. Интересно, очень интересно. Что же он там делает? Думаю, он опять хочет вернуться к людям. Ерунда! Да, над этим стоит подумать. Вот, смотрите. Посмотрите, это вещь, которой пользуются люди. Да, где ты это взяла? Маугли спрятал. Должно быть, ему кто-то это отдал. Если это человек, то... И что с этим делать? Что? Маугли. Дедушка, как ты себя чувствуешь? Дедушка! Не волнуйся за меня. Дедушка. Спасибо, Маугли. Да, так гораздо лучше. Маугли.
Маугли, что случилось с тобой? Идти в лес. В лес? Не ходи в лес, не надо. Да, дедушка? Что такое? Дедушка? Дедушка, держись, мы почти дома. Маугли, поторопись, пожалуйста. Маугли, пожалуйста, помоги. Спасибо. Вот сюда. Дедушка, мы уже дома. Скорее. Папа, мама, это я. Я дома. Что случилось? Мама, плохие новости. Ты же должна была прийти после того, как закончишь работать. С дедушкой беда, он ранен. Что? Дедушка? Отец, что с тобой? Как ты? Это Маугли. Маугли? Да, этот мальчик помог мне привезти сюда дедушку. Спасибо. Теперь все будет в порядке. Спасибо, мне лучше, лучше. Мишуэ, извини, что заставила ждать. Расскажи мне все. Маугли взял дедушкин нож и бросился на тигра. Маугли дрался замечательно. Он поранил тигру морду, и тот убежал. Это было великолепно. Маугли? Если бы не Маугли, тигр бы загрыз и меня, и дедушку. Маугли настоящий друг. Да, это точно. Я рада, что раны не настолько серьезны. Да. Но тигр, вероятнее всего, из тех, кто ест людей. Он людоед, я уверен. Ест людей? Да, он ходит вокруг и убивает домашних животных и людей из разных деревень. Боже мой! Маугли, спасибо тебе большое, что ты спас жизнь дедушки. Садись, я принесу тебе молока. Мама. Мама. Правильно, мама. Мама. Папа. Папа. Правильно, это папа. Маугли. Вот молоко. Пей, пока теплое. Это тебя взбодрит. Спасибо, мама. Ты можешь говорить? Да, это я его научила. Ты усердно учился, Маугли, да? Да. Да. Ой, он не привык пить горячее. Не спеши. Да, не спеши. Не спеши. Он похож на... На кого? На нашего ребенка, Нато. Что ты говоришь? Ты Маугли? Да, мама, он Маугли. А может быть, он Нато? Он так похож на ребенка? Не говори ерунды, Нато умер. У этого глаза другого цвета. Посмотри, это не Нато. Он просто похож на него, но это не он. Да, скорее всего, это не он. Но я не хочу думать, что наш мальчик умер. Мне так хочется думать, что он жив. Нужно спать в кровати. Ты правда забавный. Он привык жить в лесу. Ты уверена, что ему здесь хорошо? Нет, спокойной ночи. Спокойной ночи, Маугли. Спокойной ночи. Пойдем. Мишуа!
Что? Что? Кто? Что кто? НАТО. А это? НАТО. Это мой старший брат. Когда я была совсем маленькой, он ушел один в лес и исчез. Должно быть, он упал в реку и умер. Но мама до сих пор не верит в то, что он умер. Ей так хочется думать, что он жив. Но ты не переживай по этому поводу. Ты Маугли. Ты, не он. Спи спокойно. Отдыхай. До завтра! Телевидение Дора ТВ Мерчендайзинг Рим. Производство Абдабра Кинематографик Швейцария. Телевидение Дора ТВ Мерчендайзинг Италия. Студия мультипликации Nippon Ltd. Япония. Продюсеры Орландо Каради, Лоренцо Джелардони, Моника Каради, Киочи Матахаши. Сериал создан по мотивам романа «Книга джунглей» Редьярда Киплинга. Режиссеры Фумайо Кирокоа и Кимайо Ябуки. Авторы сценария Набуёки Фуджимото, Асаи Уотанейп, Кенджи Йошида. Композитор Хидео Шимазу. Фильм озвучен студией Soul Pro по заказу кинокомпании «Русский фильм» в 2008 году. Роли озвучивали Ольга Шорохова и Дмитрий Филимонов.